Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор нового товара, представленного в нашем интернет-магазине. Это кресло для лодки ПВХ, оно же поворотное, мягкое, удобное. Вот. Материал не боится влаги, то есть после использования, конечно, требуется просушить. Но что у этого кресла есть хорошего? Ну, то, что оно поворачивается на 360 градусов, всем понятно. Спинка складная, регулировка спинки по высоте для удобного и комфортного времяпровождения в лодке от минимального до максимального фиксируется при помощи барашка. На сиденье данное кресло рассмотрим сейчас, как крепится. Здесь у нас есть две пластины, которые при помощи барашков фиксируется на основании. Кресло кроме того, у данного кресла есть дополнительно устанавливаемая защита от опрокидывания. То есть в комплектации идет алюминиевая трубка, состоящая из двух частей, которая фиксируется также на основании при помощи двух барашков и усиливающей планки. То есть. Здесь у нас два борта лодки, здесь сиденье. То есть если вы садитесь, назад вам будет уже намного сложнее опрокинуться. Фиксируется при помощи двух барашков. Как я и говорил, разборные, то есть все достаточно компактно и удобно. Что можно сказать по поводу самой вращающейся площадки? Оно, как и у предыдущего поворотного кресла пластикового, выполнено примитивно просто, но максимально надежно. Внутри у нас некое подобие болта с гайкой большого диаметра, которые просто позволяют вращаться креслу в любом направлении. Сам корпус кресла у нас идет стальная труба. Здесь пластиковые вставки. Внутри достаточно жесткий поролон. Спинка тоже у нас мягенькая. В сложном состоянии, как видите, когда спинку мы сложили, кресло занимает минимум места. Давайте посмотрим, какие размеры у данного кресла. Ширина кресла 42 сантиметра, глубина максимальная 42 сантиметра, высота спинки 43 от сидения максимальная 43 сантиметра. В сложном состоянии максимальная высота самого сидения 23 сантиметра. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Понравилось видео, ставьте лайки, пишите отзывы. Рекомендую.